В области продолжается летняя оздоровительная кампания. В июле дан старт третьей смене в летних лагерях отдыха. Хорошему отдыху способствует как погода, так и взрослые, старающиеся сделать времяпрепровождение подрастающего поколения интересным и разнообразным. Это лагерь «Эврика» при санатории «Радон» в Заволжском районе Ульяновска. Лагерь круглогодичный, но летом, конечно, здесь наиболее насыщенная жизнь. Занятия по английскому языку – только один из вариантов времяпровождения. Здесь и спортивные активности, и уютный бассейн, и занятия по робототехнике и программированию. Первая половина дня – занятия в кружках, вторая – массовые мероприятия. Как говорят сами ребята, скучать им точно некогда. Тут каждый день разные тематики. То есть сегодня у нас день мышек, мы все ходим красивые, разрисованные. Каждый раз суперские, потрясающие, интересные мероприятия вечерние. Какие-то сценки ставить, песни, танцы. Мне это безумно нравится. Ну, то есть желание позвонить родителям, сказать «заберите меня» нет? Ни за что. Своя программа и в других лагерях отдыха по всему региону. Сейчас в них отдыхает около 7 тысяч человек, и это не предел. Уже отдохнуло в лагерях около 40 тысяч детей. А здесь еще у нас остается 1015. А, например, в нашем областном лагере «Юность» изучает историю реки Волга. И очень много выучили песен, и очень много нового узнали о Волге. Есть такие профильные смены. Всего в регионе работает 27 загородных и 45 пришкольных лагерей, а также 12 лагерей отдыха и один палаточный. Игорь Кранцев, Денис Миронов, «Вести», Ульяновск.